В Самарской филармонии в рамках Транссибирского арт-фестиваля 20 апреля пройдет концерт проекта «Tonally Tour Trans-Siberian». Он дает возможность юным участникам познакомиться с основами менеджмента культуры. Самарские школьники и студенты колледжей полностью взяли на себя организацию концертов трех молодых музыкантов из Германии на площадках своих учебных заведений. Например, 148-я школа примет у себя виолончелистку Надю Райх. Ученики уже подготовили афиши концерта и продумали экскурсионную программу для иностранной гости. Мы учимся принимать гостей, организовывать мероприятия, концерты и общаться с людьми из другой стороны, с другим менталитетом и культурой. Это опыт и это практика в любом случае. Поэтому я очень рада, что мы попали в этот проект.